лагере юноармеец празднуют Рождество Христово. Дети и их вожатые танцуют, смеются, радуются так, что это по-настоящему заразительно. Этот оздоровительно-образовательный центр можно назвать уникальным в Щелковском районе. Здесь ребята отдыхают круглый год. Только за время зимней каникулярной смены отдохнули более 100 детей. Праздник – это детский отдых. Дети встречают Новый год. Очень весело у нас было. У детей каждый день мы стараемся сделать, чтобы каждый день был неповторим. И каждый день был праздником дружбы, праздником взаимопонимания, праздником каникул. Вожатыми здесь трудятся, даже несмотря на их студенческий возраст, уже вне всякого сомнения педагоги. Для них, для студентов педагогических вузов и колледжей, работать в юноармейце – большая честь. Их отбирали по тестам, на основании конкурса, строгие экзаменаторы. Сотрудники комитета по образованию администрации Щелковского района и действующие здесь профессионалы-организаторы отдыха детей. Мы организовываем все культурно-массовые мероприятия, у нас есть замечательный состав творческий, который помогает детям развиваться, который помогает детям раскрываться. Кто-то впервые выходит на эту сцену на мероприятиях, и в дальнейшем, и в школах они проявляют свои таланты уже уверенно и участвуют везде. Юноармеец работает третий год. В позапрошлом июне лагерь был торжественно открыт после комплексной реконструкции, произведенной по инициативе администрации Щелковского района. Он вошел в топ трех лучших лагерей Московской области, и дети сюда приезжают уже по нескольку раз и стремятся побывать здесь снова и снова. В этом лагере я второй раз. Сначала я была на первой летней смене, и сейчас я на зимней смене. И больше всего мне здесь очень нравятся мои вожатые. Также мне безумно нравится наша праздничная атмосфера в этом лагере. Для щелковцев уже стало привычным, что в юноармеец можно отправить детей отдыхать не только летом, но и зимой. На один из самых больших детских лагерей Московской области, на юноармеец районом в 2016 году было выделено денег в два раза больше, чем в предыдущем, что позволило обеспечить чуть менее 600 детей путевками по льготной цене. За прошлое лето здесь отдохнули более 1150 маленьких щелковцев и гостей из Москвы и из других районов области. Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».